По-перше, я хотілося подякувати гуртам, які виступали вчора, які виступали сьогодні, які взагалі тут виступають. Хотілося побажати, щоб все було гаразд, і хай з нас, хлопці, дівчата, переможе найсильніший. Навіть не переможе, хай журі наше вибере тих, хто варто, дійсно вартий того, щоб його почули в Польщі, і взагалі його почули, в принципі. В принципі. Да. Ну, а від себе хотіли б сказати, що зараз все те, що буде відбуватися тут, не слід сприймати дуже серйозно. Бо, власне, це, принаймні ми так думаємо, ми так придумали для себе, це є український гон. Тобто, якщо тут будуть лопати струни на гітарі, горіти монітори, барабанщик буде стрибати сальто назад і в екран врізатись, то це, ну, це нормальні речі абсолютно. Дякуємо. Ну, з вашого дозволу ми будемо починати. Спочатку був хаос, аж поки не чхнув гірник на Донбасі, і трембіта пролунала у Карпатах. Ото тільки тоді задзвеніли струни на бандурі, і почалася ера нової музики. Музики, яка викликає стрибання в ногах, танцювання в руках, гудіння в ухах та свербіння у дупах. Музики, яка підпорядкувала в себе багато стилів та напрямків, таких як реп, хіп-хоп, хеві-метал, дез-метал, тріп-хоп, уряк, поп-карівка тощо. Одним словом, почався гул. Thank you.
Thank you.
9, 9, 10. 3 десятки, 2 девятки. Общение с техника исполнения. 10, 9, 9, 9, 8. 3 девятки, 1 восьмерка и 10. Общение с публикой. Жду. 10, 10, 9, 9, 9. 3 девятки, 2 десятки. Пожалуйста, передаем слово жюри. Один умный человек сказал, что украинский театр должен быть музыкальный. Сейчас я увидел идеальное воплощение этого высказывания. Вы трубадуры, ваганты с большой буквы. Достойный украинский ответ группы Инэкстрима. Спасибо, удачи. А я бы, наверное, сказал, достойный ответ Лимбиски. Потому что есть от вас, у вас там от них прилично. Классно, интересно, здорово, нестандартно. Я такого еще не видел, честно говоря. Хотя не знаю, мне кажется, вы были бы украшением любого альтернативного фестиваля. Без башен, а как в Германии где-то. Там было бы очень. Вы там пришли бы просто по душе всем. 100%. Ну вот стоп, нет, это, ну там он больше ничего не такой. Ездили когда-то была группа ПДС в Харькове, она есть до сих пор, и они ездили в свое время на этот фестиваль немецкий, не помню, как называется. Там они тоже вот тоже шоу, все здорово делают. Мне кажется, вам там, вот там вам нужно быть. Немножко не сюда. Классно, здорово. Пацаны, отлично, просто бомба. Честно, я в восторге. Спасибо огромное. Ну, если продолжить мысль предыдущего оратора, то, наверное, вы найдете свое место, может быть, действительно, где-то такие места существуют. Насколько это связано с рок-фестивалем, это один вопрос. А вот то, что вот, традиция вертепа украинского театра, фолкового, все, что связано с этим, это действительно вот отдельная ниша, в которой вы будете смотреться очень-очень органично. И я лично желаю вам, чтобы вы нашли эту нишу для себя, может быть, даже ее создали здесь, в Харькове, потому что действительно вот подобных вещей мне в Харькове видеть не приходилось. Может быть, где-то за пределами Харькова что-то подобное существует, и тогда, наверное, имеет смысл как-то поддерживать отношения с этими людьми. Но вот это вот ваша ниша, именно театрализация. Ну а что касается музыки и содержания, да, она действительно очень интересна, она необычна. И в этой области тоже, опять же таки, вы тоже займете свое место. Мы надеемся, что произойдет это вот на нашей памяти. Мы это увидим еще не один раз присутствовать на ваших концертах. Спасибо, ребят. Ребят, вступление к рок-н-ролльной песни, вот это я не знаю название, но это просто бомба. То есть вы реально можете озвучивать фильмы. Вот. На самом деле, действительно, вы будете находкой любого фестиваля фолкового. Пробивайте в интернетах. Я думаю, в любую европейскую страну вы приедете без проблем. Спасибо жюри за оценки. И спасибо группе Wonder Band. Wonder Band набрали 139 баллов. Давайте похлопаем, ребята. Дякую. И мы приглашаем на сцену члена жюри Виталия Ковальчука. Он вам прочитает свои прекрасные стихи.